Мы здесь. Идем. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Сын? Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке. Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю.
И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Пробегись через полосу препятствий. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд, следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Уровень синхронизации в норме. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Господа, будьте так любезны занять свои места! Ах.
Извините. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки. Что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой сегодня. Да. Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Простите, извините. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. Хейтем. Признаюсь, мне очень жаль. И мне.
том балконе! Скорее! Спокойно! Вот он! Вот он! Вот он! Хватай его! Да что случилось? Человека убили где-то на яхте! Я тут ни при чем! Боже. Клянусь! Обыщите его! Прошу они прощения, нашли убийцу! Пока не толкайтесь! Не пропустите! Осторожно! Же. Что там делают эти люди? Я остаюсь здесь. Куда вы идете? И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Затем. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание. Или оружие. Или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого. Или ничего. Всем. Или нашим врагам. Успея не раньше. Вряд ли. Благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения. Если б я мог рассчитать точнее... Ничего. Вас, Кенуэй, вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех!